Один из телеграм-каналов опубликовал сенсационное сообщение. Якобы в Аскизе на 200-м избирательном участке вскрыта урна и произведен пересчет бюллетеней. Для убедительности анонимные авторы указали адрес – здание лицея-интерната. Мы проверили, участок номер 200 действительно существует. Вот только он расположен в фойе местного бассейна и на другой улице. Ничего себе промахнулись. В территориальном избиркоме подобной информации также удивились. В сети интернет много блогеров, которые в попытке догнать славу выкидывают всякие сказки, так скажем. Ну, не стоит доверять этому всему, потому вообще пересчет бюллетеней, которые изымаются из переносных стационарных ящиков, запрещен. Везде пишется видеокартинка, круглосуточно причем она пишется. И поэтому легко можно посмотреть. Подсчет будет проводиться после окончания голосования. Нарушений пока не было и нет. Говорить о результатах голосования пока преждевременно. А вот каким должен быть депутат и на что необходимо обратить внимание на селе, порассуждать можно. Мы задали эти вопросы жителям Аскиза. В первую очередь на чистоту. В населенных пунктах, на помойках, на свалках. На дороге, на жилье. Вот построили, например, садик, остановили. Построили дом, остановили. Люди-погорельцы, некуда перейти жить им. Ну вот все такое. Мусор, чтоб везде убрали. Мусора очень много в Аскизе. Депутат должен быть деловым, самостоятельным, не быть под влиянием кого-то, уметь решать проблемы. Чтоб обещания свои выполнял строго, а не так, чтобы наобещать горы там золотые. Ну, чтобы для народа нормально. А это деревня Луговая, спутник села Аскиз. Жителей чуть более 400. А явки на участке можно судить по едва прикрытому дну прозрачной урны. Возникает вопрос, а где избиратель? Ответить на него можно, поняв уклад местной жизни. Вчера и сегодня явка, ну, скажем так, слабоватая. Я думаю, что весь основной народ придет на избирательный участок завтра, 19 сентября. Сами знаете, живем мы в селе, поэтому огороды, копку картошку никто не отменял, погода позволяет. Что касается явки избирателей в масштабе района, то она мало чем отличается от средней по Хакасии. В Аскизе уверены, погоду на участках сделает воскресенье. Сельчанам так просто привычнее голосовать. Эдуард Иванов, Андрей Доржу, РТС.